В Архангельском музее ЗО сегодня открылась уникальная выставка спасенных икон из Каргопольского района. В 2014 году эти изображения святых были похищены вандалами из деревянного богоявленского храма села Шевенское. 45 икон искали всем миром. В итоге образы святых удалось найти, но они были очень сильно повреждены. Я очень рад, что целая плеяда людей, неравнодушных, очень так любящих эту землю, включились в этот процесс, и мы достигли результата. Сегодня этот внутренний дух возвращен не только Шевенской, но и в целом Архангельской области. Руками студентов иконы удалось частично отреставрировать. Возвращение святынь ждали многие православные верующие, поэтому иконы решили выставить на публику еще на этапе консервации. Потрясающе, что эти иконы вернулись. Конечно, вы видите, в каком они состоянии. Две из них, они пролежали в поле полгода. И, конечно, одна, наверное, восстановлению не подлежит, а вторая – Зосима и Саватия. У нас есть договоренность с Академией художества города Санкт-Петербурга, что они ее попытаются отреставрировать. На иконы в музее ИЗО можно посмотреть до 26 мая, после чего святыни отправят на реставрацию.